Приветствую вас, Ольга. Так ваш вопрос в том, попить ли вам лекарство определенное, как вы сказали, офабазол или что? То есть, в чем вопрос ваш? Не очень понятно. Если, к примеру, вы обращаетесь за тем, какой препарат вам пить и какой препарат вам принять, то это не совсем к психологу, это скорее к психиатру, к клиническому психологу, к врачам, но не к психологам. Дальше, то есть такой момент. Дальше. Вы пишете про то, что вот у вас не получилось родить, вы хотели, ну, вы рожали через ЭКО. Откуда такое сильное желание родить ребенка? То есть, почему вы так вот сильно хотели родить? С чем связано подобное желание? Это первое. Вы говорите про агрессию. И она не просто так. Она про вашу незащищенность. Вот про то, что вы не защищены. Про то, что вы чувствуете угрозу со стороны внешнего мира. И пытаетесь защищаться. Только вот я думаю, что вам кажется, что вы недостойны защиты. То есть мы не привыкли реагировать на агрессию, на угрозу адекватно. То есть природа агрессии – это отсутствие чувства защищенности. Отсутствие защищенности – это отсутствие личных границ. То есть вот четкие личные границы между вами и другими людьми. Этим можно поработать. Вопрос этот можно решить. Это вопрос личной ответственности, это вопрос правил, это вопрос приоритетов. Не всегда это только что-то одно связано с либо с эмоциональной интеллектуальной историей, либо с чувствами, но тем не менее это больше такая комбинированная история. Дальше, что касается дочки, мне кажется, что вы чувствуете перед ней свою вину, что тоже является объектом для психотерапии, предметом для психотерапии, потому что чувство вины мешает вам адекватно вести себя и с ней, и с мужем, и прочее. Вот. Дальше. А вы говорите, что вашего мужа
слабое здоровье. Но я так понимаю, что это было всегда. Я так понимаю, что у него всегда было слабое здоровье. И почему-то вот это слабое здоровье, оно, в общем-то, не стало препятствием для того, чтобы вы вышли за него замуж и попробовали родить, собственно, ребенка от него. То есть как-то странно вы предъявляете мужу за то, каким он был всегда. Вот. По поводу его отношения к вам и к тому, что, значит, к тому, что вот, у вас не было секса давно, и что вам кажется, что он вас разлюбил, нет. Дело немножечко не в этом, дело в другом чуть-чуть, дело все в том, что вы к себе относитесь не очень хорошо, то есть вы не любите себя, и вы говорите, что вот я растолстел, не могу взять себя в руки, как понервничаю, так сразу бегу пить чай с печеньем, понимаете, вы же бежите, да, это ваш выбор, вот что значит, я не могу взять себя в руки. Можете, вы делаете свой выбор в пользу чая с печеньем. То есть вместо того, чтобы, допустим, разбираться, смотреть, почему у вас это тревожит, из-за чего вы нервничаете и так далее, да, и там, искать другие способы снятия стресса, вы выбираете такой путь. И это ваш выбор. И это не простой выбор. То есть вы не просто так выбираете это. Выбираете это, потому что вам не хватает любви к себе. Вы себя не принимаете полностью. Такой, какая вы. Вот в этом направлении требуется работать. В этом направлении. А не в... Не вот в сторону... претензий к мужу, потому что, ну, не всегда получается выстроить такие отношения, что духовное взаимодействие перебивает эротическое восприятие. Да, это вопрос про то, насколько вы с мужем близки, это вопрос о нахождении новых точек соприкосновения вам с вашим мужем, чтобы физическая сторона вопроса не выходила на передний план. То есть, опять же, чтобы муж вас хотел, нужно, чтобы вы были той женщиной, которая мужа привлекает, а вы не хотите ничего делать для мужа, судя по всему. И хотите, чтобы он к вам вот относился, чтобы он испытывал к вам влечение. Ну так, вы же понимаете, что когда вы, например, женились, то вы были одной. И сейчас немножко другая. И это происходит, Коля говорит о том, что духовные связи с мужем за время вашего брака не образовалось. Над ней надо этим можно поработать, можно пытаться понять мужа, принять его полностью для начала. Для этого необходимо принять полностью себя, что вам не позволяет делать мама. Вот, и тогда, в принципе, внешняя история будет не так важна, не так актуальна, как она актуальна сейчас.
Дальше. Что касается мамы, то ваша мама, она манипулятор. Если бы она хотела покончить с собой, она бы покончила уже. Вот, ваша мама играет на чувство вины и ведет себя как истерик. То есть, человек, пытающийся привлечь к себе внимание. Вот. Но не обязательно, что она это осознает, не обязательно, что она все это делает специально, скорее всего нет, потому что потеряться тяжело ей далось. Ну, вашего отца, ее мужа, тяжело ей далось. Но и даже в этом, потому что вы обе тяжело переживали потерю отца, можно говорить про некоторые потребности чисто ваши. То есть можно говорить о том, что вместе с отцом вы потеряли что-то, что вы от него получали. И именно. И нужно понять, что вы получали. И взять на себя ответственность за удовлетворение этих вот потребностей. Этих желаний. Вы не уверены в себе, потому что мама имеет на вас влияние. У вас есть деструктивные модели поведения с мужчинами. Потому что первому мужу вы устраивали все ревности. Повторяя слова мамы, по сути. Второго мужа вы тоже не принимаете до конца, вините его за слабое здоровье и так далее. Кстати, нежелание мужа помогать вам с ребенком говорит о том, что он сам достаточно зрелый и, скорее всего, нуждается в маме. Потому и к ребенку он чувствует скорее такое конкурентное чувство, нежели чем отцовское. Вот. И вопрос в том, что вы выбрали такого мужчину, который, в общем-то, нуждается в маме. И почему вы выбрали такого мужчину? Либо потому, что вам такие мужчины нравятся, и это одно. Либо потому, что вы только с ним вы могли почувствовать себя, например, в безопасности. Вот. Что он не будет там конкурировать с вами, что он не будет там диктовать свои условия и прочее. Ну так вот, вы вот говорите, вот попросите что-то, он там делает. А что вы для него сделаете? Я не говорю там про готовку, уборку и что-то еще. Что вы для него делаете? То есть вы не уверены в себе, у вас есть деструктивные модели поведения с мужчинами, и вот как бы необходимо проанализировать те ваши ошибки в первом браке, чтобы не допустить их во втором браке. То есть вы уже допускаете, но еще можно отношения подкорректировать. То есть точка невозврата еще не пройдена. Дальше. По поводу ОКР. Это навязчивые мысли, идеи, связанные с вашими желаниями, которые вы не удовлетворяете и за которые ответственность вы не несете. Я скажу сейчас крамольную вещь, возможно. Но чувство, что вашего ребенка выкинут
этот страх, он не просто так появляется. Он появляется потому, что в глубине души вы сами этого хотите. Нет, вы не хотите прямо смерти своему ребенку, нет. Но вам скорее чувствуется, что вы не свободны. Вот просто не свободны. И это не свобода, она винит в своем существовании ребенка. То есть опять же это отсутствие личных границ и нежелание нести личную, ну как бы неумение, нежелание нести личную ответственность за себя и за то, что вы хотите. Вот. И хотя бы вот просто перед мамой, тот факт, что вы вот перед мамой ведете себя, по сути, как ребенок, не как взрослый человек, он говорит о том, что к материнству вы не готовы еще. Вот. Ну, это такой момент. Детско-родительские отношения нужно корректировать, потому что мама влияет на вас. Это очевидно. Это очевидно, что в глубине души вы считаете ее в чем-то правой, а значит, вы не уверены в себе. Вот, а значит, вы обесцениваете то, что чувствуете, то, что хотите и прочее. Вот так. Вот с точки зрения психологии вам можно ответить так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился вам мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.